Натали – потрясающая женщина. Мужчины от нее без ума. Но она так увлечена работой, что личной жизни у нее почти нет. Спасибо, Хлоя, за рекомендацию. Натали, нельзя так замыкаться в себе. Я не говорю, что нужно забыть Франсуа, но ты же не можешь всю жизнь оставаться одна. И если тебе помощь нужна... Иногда просто хочется, чтобы тебя не клеили на каждом шагу. Добрый день. Я по поводу 114 проекта. Я поцеловала мужчину. Что? И кого? Не знаю. 114 проект обсудим позже. Позже. Поняли? Не томи, кто же он? Парень с работы. В 5. У меня встреча с Натальей. Сейчас 4:59. Не хочу приходить заранее. С Маркусом? Да. Как ты можешь встречаться с таким уродом? Оставь его в покое. Что за жалкий вид? Хочешь сердце мое растопить? Ты достойна намного большего. Нет никакого романа. Не может быть романа. Натали, это Йоко Оно. Та единственная, ради которой ты готов перевернуть весь мир с ног на голову. Вот кто она, Натали. Одри Тату. Я влюблен в твои волосы. Я готов хоть сейчас уехать на край света с твоими волосами. Неужели? Я уже влюбился, как последний школьник. В фильме о волшебном поцелуе. Нежный.